Уже 10 дней в жилом комплексе «Гобу-парк», расположенном в Городахском районе республики, жизнь бьет ключом. В этом городке, состоящем из 11 девятиэтажных зданий, будут размещены 1026 семей вынужденных переселенцев. А пока что здесь каждый день новоселье. Гасымова – одна из семей, которой посчастливилось поселиться в этом комплексе. Они вынужденные переселенцы из Агдамского района. Спустя 26 лет после того, как им пришлось покинуть родной край, Гасымова обеспечены трехкомнатной квартирой. До этого семья из 6 человек проживала в одной комнате общежития в Хатаинском районе Баку. Здесь очень красиво, мы очень рады, но в Агдаме все намного лучше. Если бы его освободили бы сейчас, то я бы сразу же уехал туда. В отличие от Гасымовых, Агаевы уже несколько дней как разместились в новой квартире. До этого семья была вынуждена ютиться в подвале. Нам было очень тяжело жить в подвале. Мы часто вспоминали, как нас изгнали с родных земель. Я написала письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой. Через несколько дней мне сказали, что нам дали квартиру. Вынужденные переселенцы, временно размещенные в Низаминском, Хатаинском, Сураханинском, Наримановском и Сабаильском районах Баку, теперь будут жить в Гобу-парке. Сейчас в Гобу-парке размещены около 200 семей. По вопросам их занятости проводится вся необходимая работа. Сейчас в направлении Гобу-парка работают два маршрутных автобуса, проложена новая дорога. В жилом комплексе Гобу-парк также будут работать детский сад и средняя школа. Словом, жизнь здесь обеспечивается с учетом всех потребностей жителей. Гюзар Мустафаева, Орхан Мамедов, Ягут Таптык-Гызы, Рауф Гусейнов, CBC.